Обязательства контракта. Так вот, если вы хотите не продлевать,
примечания, пожалуйста, конкретно укажите, что да, он нарушил из условий данного контракта. Если есть предусмотрены такие условия, я только... Коллеги, мы так увлеклись обсуждением всех вопросов и особенно предложений, что вот советы Кабардинские обратили наше внимание. Несмотря на то, что вопрос проголосован, я вам проголосовал, могу вам сейчас эти цифры озвучить, сколько за, сколько против, но вопрос прошел. С той формулировки, что мы отказываем. Чем это чревато, сейчас вот пояснил Виталий Ильич. Да, если можно, я вопрос у Генерального. Генерального, задать пункт. Значит, 80-й пункт. ООО «Иган Групп». Договор аренды у нас до 1 августа 2018 года. Что у нас дальше? Вопрос у Виталия Ильича, наверное, да? Или Галина Мамина. Когда поступило заявление о заявлении? Заявление зарегистрировано в едином окне 7 сентября. Дата 6 сентября, которое было сдано в единое окно. А договор закончился в августе? 1 августа. Я называю документ. Можно вопрос, Виталий Ильич? Виталий Ильич, скажите, пожалуйста, в данной ситуации. Договор закончился в августе месяце, заявление поступило в сентябре. Что вы здесь имеете с точки зрения юридической составляющей? Не имеете права отказать продление данного договора? Ты сел, что он поступил заявление позже, чем прошел там По факту, что он не, как я сказал, президент, а просто закончился 1 августа. Согласно действующим законодательствам, в случае, если ни одна из сторон не заявит о дальнейшей неправомогации данного договора, у нас по факту не имеется ни заявления Совета Великой Марии в адрес «Иган Групп», либо и от «Иган Групп», у меня тут точно так же заявление было в отношении неопределения, то договор автоматически формулируется на определенный срок. Но на тот срок, который был заключен до этого, но «Иган Групп» обратилась на заявление о продлении контракта. Да. Она позже обратилась. У нас бывали такие случаи, и неоднократно, уважаемые советники, даже вы просто принимаете решение, человек, может, даже в срок обратился, но с учетом того, что сессия проводится раз в месяц, вы все равно иногда принимали решение уже о продлении контракта спустя тот период времени, когда контракт истек. И так хотел сказать, с учетом того, что «Иган Групп» обратилась, на данный момент есть его заявление. Вы его заявление должны рассмотреть и дать ответ на это заявление. Подбиваете вы ему или нет? Если подбиваете, то он какой срок? Понятно, спасибо. Вы, Роман, есть отключение? Сколько в случае полиции отключения данного объекта? Или же Вячеслав Михайлович ответит на вопрос? По данному объекту есть заключение полиции, размещение данного объекта. Исходя из того, что объект размещается в нарушении и красной линии, и играет видимость дезинфицирующего транспорта, отключенного места. Этот участок должен быть решением Министерства совета.
Это в проекте указывается, но не в решении совета. Потом могут еще
В данном случае сколько продлевалось? Уже несколько раз продлевается срок. Два раза, один раз, если не будет. Какие идиоты дают на продлевание? По положению до двух лет. До двух лет положение есть. Там ничего, там павильон. Потому что больше 10 квадратных, 12 квадратных метров, это уже считается павильоном. Поэтому в данном случае кто выдавал разрешение на проведение? Примари, у него есть документы. Если они уже просрочились, это другой вопрос. Значит, он строит вне закона. Он был обязан приостановить эти работы после констатации субъекта, который есть в примари, получает заработную плату. И после этого обязать его прийти и получить разрешительный документ на продление. Это имеется. По законодательству можно продлить документы. Вот и все. Но там тоже есть вопрос с арендой земли. Вот, еще раз говорю, он обратился, если мы не захотели расторгнуть договор, значит мы согласны на продление его уже предусматриваться гражданским кодексом. Если вот этот срок не сделан, он все равно автоматически на год продлевается. Так в гражданском кодексе здесь. Возьмите почту. Мы же с вами приняли решение, проголосовали большинством голосов. Он пошел после формировки отказать. Итак, переголосовываем вопрос в целом. Кто за? За проект решения? Я могу пояснить по поводу поступивших документов, но почему комиссия отказывает, это комиссия может объяснить. Ну, отложить. А почему тогда отложить? Документы были выполнены кадастровыми инженерами по изменению
геометрических планов земельных участков, которые смежны. Смещение это происходит по причине того, чтобы отступить от канализации. Эти два вопроса, 36 и 37 по Колесово, здесь есть частник Арханов, который имеет торговый киоск, и Флорень, которая у нас на аукционах взяла земельный участок. Но при разработке проекта под установку киоска было установлено топографическое. Съемка показала, что там канализация. И, естественно, невозможно было установить этот киоск. Поэтому пошли на то, чтобы изменить кадастровые планы этих двух смежников и затрагиваются в тех же размерах, как он взял на аукционе, в тех же размерах, как и тот обладатель киоска, только идет смещение этих земельных участков. Поэтому специалисты в этой области и разработали акты констатации, где полный пакет документов предоставлен, где показывают точки координат, чтобы это все отразилось в кадастре. В данном случае, как Галина Романовна объяснила ситуацию, чем связана констатация на границе, почему комиссия рассматривала и выдержала смертное решение, я объяснял, потому что участвовала. Значит, когда брали право, аренды, изменения участка, неважно, как это было, стационар, дистанционар, только потом документы. Прекрасно знали о том, что там проходят сети. Есть проблемы? Есть. Почему тогда брали земельный участок, зная о том, что там проходит канализация, невозможно будет установить какого-либо или строить какой-либо объект? Сейчас мы видим, что получается. Сдвигая эти объекты, мы просто формируем земельный участок, который там внутри ничего невозможно будет сделать. И представляет какой-то период времени, да, что определите, это возникающие смежные участки, дайте нам это, мы там будем делать все, что угодно. И потом согласитесь, конечно, вопросов нет, потому что там доступа не будет, ничего не будет. А когда делался выбор земельного участка, когда экономический агент его приобретал, неважно, покупал через аукцион или в аренду брал право и так далее, все эти были нанесены. Все эти были нанесены. Сегодня любой, который лишь бы забрать земельный участок, может его забрать, дать право аренду или купить, когда сказать, давайте я не буду 100 метров право в него, потому что там сети где-то самое другое. Вот в этом комиссии высказалось, что, извините, это не так должно быть. Сколько вот ты должен земельный участок, сколько экономический агент его покупал или право аренды, или покупал земельный участок, он знал, что там находятся сети, что он не может строить объект на сетях. Почему он приобретал его? Вот уже постоянная комиссия. И поэтому мы воздержались. И предлагаем воздержаться от этого решения, потому что надо его рассмотреть, дополнительно изучить. Спасибо, позиция понятна. Комиссии по порядку, кто поднимал руки, господин Гиссин. Я так понимаю, что вот мы с партией, что есть решение, которое не обязательно голосовать, можно голосовать за предложение комиссии, есть решение, которое техническое, которое позволяет остаться на том же месте и решить вопрос. Я так понимаю, если есть такой возможность, можно поставить, Я на прошу прощения, только рано вопрос, я уже напишу. Да, есть такое вот определение, потому что когда был земельный участок на всех начинал 3А, прилетая его с аукциона за определенную сумму денег, конкретно 99 тысяч квадратных метров, просто правда, что на тепловых сетях. Что касается согласно закона, когда обратился согласовывать тепловыми сетями строительство объекта, мне говорю, подождите, у нас там теплотрасса тогда нет вопроса, мы подняли закон, нормальный технический регламент чертежа, который у кого-то там написано. В случае теплотрасса строительства на тепловых сетях, собственно, заказчик строительства объекта обязан построить тоннель ростом 1,80 м и два выхода входа. Даже вентилируется тоннель, получат под строительством и так далее. Так они не могут делать. Это позволяет ему. Да, это затраты, извините. Никто не против. Да, это больше затраты. Но закон дает право построить на сетях, при этом есть условия, которые. Или переноса, представить еще одну ситуацию. Земельный участок находится на апедукту, так, на воде, на водопроводе. Да? Делается схема переноса.
сейчас сидит здесь господин Кольман, он знает, я лично обращался, выполнял бюро архитектуры схему 90, согласовался с всеми деталями, и, пожалуйста, переносишь все эти работы за свой счет, это предприятие, делает перемен на свои средства. И решается вопрос. Поэтому комиссия предложила оставить так, как оно есть, и будет так, как оно будет, но будет определено той схемой, которая была первична для земельного участка. Спасибо. В той же комиссии, как вы понимали, вы представляете, как вы понимали? Я хотела узнать, если действительно участок купили, если комиссия воздержалась и принимала такое решение, почему они не отказали? Что нужно еще дополнительно изучать, когда так детально повествуются возможности, варианты и так далее? Хотела узнать ответ от комиссии. Несмотря на то, что законодательство позволяет перемещение или реконструкцию сетей для дальнейших разработки или фичи, есть сын Хазур, Хенджик, мы его сидел, реорганизали, а не нажили, да, писал, рецептировались. И после этого есть комиссия, нарушился проблемы, для дала повестку стих Саудиаре Фузан дополнение. Чтобы сдвинуть само вот одними просто фонда Саударца. Ну, типа, знаете, тут Саударца. Ну, Петру, а К. Беречарича, Дойли Теремов, с президентом комиссии тех вещей, дела, дезинатор Дерецели, Витру Сибитате, реорганизеры, чистые рецели, Саударца, конструкции, Саударца, Сибитате, Шинхал, Хэм, кондиции техники вообще в позитиве, а то есть спуститель, где импульс арендатору, реконструкция. Газ, кондиции техники с негативом, а то есть не то, что меня ушла автор. Если же лежали на промка, конфирмации суд у вас уже. Вот связано, Сергей Фернандов. Я вот это хотел и сказать, что для того, что если мы, например, сейчас не проголосуем, вопрос будет отложен, так, в соответствии с правилами, и что будет писать примарей. Вот я сейчас услышал ответ, конкретно и точно. Если сидержатель дадут добро, или технических условиях указывают, как его необходимо обойти и так далее, и конструкцию сделать, только тогда мы сможем просмотреть. Тем уже понятно. Спасибо. Еще вопросы? Вопросов нет. Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы принять проект за основу? Нет, решение предложено принять. Да. Проект решения, который у вас на руках. А потом еще будем голосовать за предложение комиссии, чтобы тут не забыли. Да. Кто за тот проект решения, который предназначен при мэрии? Пожалуйста. За основу, да? Не за основу, который примарно забрал тоже. Вопрос примара и вопрос... Против. Воздержавшись. Вопрос основа. Предложение комиссии. Кто за? Отложить для изучения дополнительного. Против. Воздержавшись. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Об утверждении акта констатации изменения кадастрового геометрического плана земельного участка просится проектного плана номер 6. Помните, как он попадил в первом благодарительном штабе? Только шаг, а что номер 3 это шаг проекту, а не чист, а мне нравится это проекту. Аналогичная ситуация, как и предыдущий вопрос. Пожалуйста, вопросы. Если вопросы нет, то... Я думаю, что процедура была правильна. Проголосовать за основу, потом проголосовать за предложение комиссии. Принимается это или нет, предложение комиссии. А потом в целом, потому что только на основании голосования за против и воздержался, только на это можно проголосовать за любое решение. Нет такого решения отложить, как принципа. Наше голосование три варианта. Мы что, не голосовали за положение? Три года голосовали за положение. Ну да. Ну, если бы нам
Все, его бы не было в повестке дня. Может быть, советники захотели поговорить. Начнем сначала.
Пожалуйста, я не вопрос. Есть проект решения? Да. Да? Момент, когда мы решили проект, мы не все было абсолютно. Мы на рассмотрение проекта решения или группа представителей, или фракция, или комиссия, или кто-то другой, предлагает отложить его. Что-то неправильно, юридически имеем право на отложение. И обсудить с чем-то, для того, чтобы изучить дальше документы, изучить заключение каких-то служб и прочих. Но не снятый вопрос по лесбитению, в процессе рассмотрения. Можем мы отложить его или нет? Можем. Как я и говорил, вот эти обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, они должны были возникнуть в ходе обсуждения этого вопроса. Данные обстоятельства, которые сейчас мы имеем, я говорю на данный момент, что сейчас мы имеем, они не возникли в ходе обсуждения данного вопроса. С данным предложением вышла сразу комиссия, не задавая вопросов, и этот вопрос даже не обсуждался. На мой взгляд, давайте вот разберем голосование. Вы сейчас поставился вопрос на голосование. Вы проголосовали, все воздержались, не набрало достаточное количество голосов. То есть вопрос не прошел. Инициатор данного проекта в данном случае является приматом. Он предложил вам рассмотреть данный вопрос. Он вправе на следующее заседание совета вынести этот же проект решения или доработать его с учетом тех замечаний и предложений, которые от вас поступили, и включить его в повестку дня повторно вам на рассмотрение. Вот, в данном случае это повторение будет проект решения, но при том, что будут приложены дополнительные документы, изучены любые вопросы и так далее. Следующий вопрос. То есть, итак, утверждение акта консультации изменения кадастровых геометрических планов земельных участков по улице Свободы, района рынка, через комиссии. Комиссия для выполнения начала ангар по юзу вечер. Что восполнение вечер? Dacă fiecare dintre dumneavoastră vă uitați unde s-a afacat statul de libertății vis-a-vis de un comunal proiect, ca să ne zicem, în regiunea pieței. Domnul Marne, care a fost un timpul programul la ședință, a văzut într-adevăr că aici, de un caz de, să zicem, putem spune, apă, zăpadă sau ceva, deci am ajuns în față. S-a decis că acestea trebuie să fie adunate. Da? Da, fizica trebuie. Mulțumesc. Sper că tu Я хочу всем сказать, чтобы люди как-то поняли, где это находится. Значит, въезд в рынок с улицы Свободы. Он стоит в торговый павильон, который продает красный, который стоит на бордюрном камне и полностью территории ограждает. И тротуары, все остальное. Если мы сейчас не примем меры, я думаю, что в ближайшие 5 лет там появится трехэтажный магазин. Еще вопрос. Если вопрос ответ на голосование, кто за проект должен быть примаром, прошу голосовать. Нет. За проект предложенный приматом. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Кто за предложение комиссии, озвученное председателем комиссии? Уважаемые советники, у вас получается, я думаю, что это разрешение. Есть проект решения. Вы сейчас не разрешаете. Я понимаю позиция разрешаться. Но позиция заключается в том, чтобы отказать. Если у вас все-таки есть такая позиция, пожалуйста, голосуйте, что вы против, или, по крайней мере,
сделайте протокольную запись, чтобы на следующее заседание совета представить проект в отношении отказа, за которого вы проголосуете, то у вас получается этот проект решения, да. Там, где это работает, я понимаю, это работает. Здесь заявление. А здесь заявление. Если вы не хотите удовлетворять, несите извинения сюда, не утвердите акты консультации, решите отказать от удовлетворения консультации. Ты как субъект, как вы переметитесь сегодня с скрипт-пангетом? Это свой манвест, какая его концентрировали комиссии, какие рапортуры, сейчас можно конфузия данных. Мы хотели документ презентации на парде, где консультатор нам какая клава, когда звался учить, сказал, что он нет. Есть ошибка, честно, вербал перечерк сигнал. Например, даты и до аутоавторизации, реконструкции, директы и стенки, налки, директы, самым павильоном, что комментарий. Авторизация декоративы, а экспертам до ячейства, зачем? Как мы следим. Природа реконструкции, сафинализация долгий вопс. Физичи, шатурады долгий вопс, что на долгий вопс? Самый экспертам уже у авторизации экспертам. Просто акту дати констатарно на скале плану виника результат, а реконструкции нового понял после документации проекта. Шенкасу да, как сей судим фактор к новому директору для ДРЧД Савалц, менеджер, который гестионяется другом, я донат чего с пропи инициативы не тук не рвали, там профуз сделал нам вот так ума, шатр нам вот так, где корректно он цедет консилер, и тем пока цедем боя рендатору вот так, цыш, ну да, а тут им все аккорду с инструментарих, борка и борка, да, для борка мы на документе увечали, мы есть в УМФАС. Корректно, o șansă de vindeți individual și apă dreptul lor. Ca au investit niște bani, ca au niște relații comerciale de mulți, mulți ani deja în primărie. Așa ar fi păcat că, uite așa, stăiem din clipă de activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Nu te Ну тогда я извиняюсь, в таком случае, если можно, чтобы комиссия тогда просила сделать протокольную запись, хотя бы чтобы работники и примарии запросили, да, объяснения, чтобы были принесены какие-то дополнительные документы в отношении рассмотрения данного вопроса, а не просто так оставлять спросить. Есть специальные комиссии? Есть, в данном случае там решение. Есть предложение, либо средние предложения, как его подзаводку, чтобы на следующий день муниципального совета предоставить документы, которые необходимы для дальнейшего принятия решения по этому вопросу. Это что? Это пригласить, наверное, и собственника, конкретные документы, комиссию, да, и как быстро комиссию, вот на следующий день будет собирать. А как можно дальше? Зачитать и все. Хорошо. Хорошо, комиссия подготовит материалы по назначению создания музея. Следующий вопрос. Повестки дня о переводе земельных участков Как говорится, все запалили свечки, да? Да, все свечки.
землю перевести с публичной сферы в частную, то мы окажемся в ситуации на следующем заседании, что все экономические объекты муниципалитета, которые построили незаконные свои строения, придут и будут требовать от нас перевод земли из публичной в частную сферу, и таким образом они будут иметь право потом требовать от нас и выкупить эту землю. Я считаю, что мы не должны так поступать в данном случае, и что касается и следующего. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы здесь положено, чтобы озвучили разъяснение, то есть письмо права разъяснительное такое. О чем там речь, мы не знаем. Так, во-вторых, здесь говорится о конкретных участках перевода, не о всем, как говорится, когда-то на номере, который там есть, базовый, я имею в виду нашей площади, а именно конкретные изменения участков. Вот. Но все равно хочется сначала узнать, что такое разъяснение было. Еще вопрос или... Все, разъясняю, да? Значит, здесь указано три кадастровых номера. Три кадастровых номера – это которыми по договору аренды арендует болгарский дом. Все эти три участка он приобрел право аренды на публичном аукционе. Вопрос нет. Затем... Почему пошло обращение на перевод с публичной сферы в частную сферу? Значит, прежде всего, земельный кодекс, статья 47. На землях общего пользования без ущерба для них разрешается возведение капитальных строений, сооружений в соответствии с временным назначением этих земель, а также временных строений, сооружений, облегченного типа, палатки, киоски. Следующая статья, 77-я, закон о местном публичном управлении. Статья 77.4. Значит, перевод имущества с одной сферы владения в другую, отказ права от признания, осуществляется по решению местного совета на основании результатов экспертизы. Мы задались вопросом, что такое результаты экспертизы, и обратились за разъяснением в парламент. Парламентская комиссия нам дала ответ еще в 2016 году. Тогда на заседании совета мы выносили вопрос о переводе из публичной сферы в частную сферу. Я напомню, было решение по строению за ЗАГСом того объекта двухэтажного. Да, это по решению суда нам указали продать, а уже они сделали экспертизу для перевода. Поэтому парламент дает разъяснение, что оценку наилучшего использования и предложения по переводу этих земель осуществляет лицензионный специалист в соответствии с законом об оценочной деятельности. В связи с этим в пакете документов, когда с заявлением обратилась фирма, арендатор этих земельных участков, она представила это заключение, где полностью было разработано и в выводах написано, что лучшее использование этих земель при переводе с публичной в частную сферу. Поэтому родился такой проект решения. Принимать вам. Я дала разъяснение. Пожалуйста, еще вопрос. У нас хочется данные земельные участки находятся в отправлении, как называется, сейчас, в центре города. Говорят, и в дальнейшем, но мысль такая, что если мы сегодня не переведем в публичную сферу частную сферу, то дальше будем подробно, что с этим объектом делать? Не монтировать на все эти можно не монтировать? Извините. Я взял слово писать.
на которых расположено высокое здание, десятки этажей. Вот это вся ситуация, которая здесь отличается. Спасибо. Спасибо. Господин участник, что мешало собственнику до сих пор привести в порядок это здание? Только то, что не переведена еще земля из публичной частной связи. Что мешало до сих пор данному экономическому агенту провести эти мероприятия? Облагородить, там, поднять, не знаю, застеклить, чтобы это было красиво, не как это сейчас выглядит. Что мешало? Хотите продавать? Продавайте. Я вижу здесь опять предвзятое отношение конкретно к Болгарскому дому, который тоже имел такое счастье, наверное, да, 2 года судиться, обращаться, муниципальный совет, ему отказывали, мировое соглашение и так далее. Вот. Но дело в том, что у нас разрешение на строительство продевается для павильонов 30 квадратных метров, лет на 5, да? А здесь все это, извините меня, я не знаю, 14 этажей, 16, большое здание, там идет постоянно строительство. Человек строится, да, необходимо средства, берутся кредиты, строятся, опять отдаются кредиты, опять другие берутся. Какие проблемы? Здесь он хочет в данном случае просто, чтобы привести в частную собственность для того, чтобы выбрать, как и все собственники имеют право покупать вот, капитальные строения и земельные участки. Тот аргумент, который сказал коллега, скажи, Гринько, что сейчас все наберут, все как, вот эти фиосы, которые незаконно там построились, так далее, надо сравнивать одно с другим. У него есть разрешение, у него есть проект, согласование, экспертиза, есть разъяснение с парламентом. То есть почему мы опять начинаем ставить какие-то палки в колеса? Просто так. Никаких обоснований юридических. Просто вот, что вот кто-то набежит и будет узаконить свои дети. Как он может узаконить, если он незаконно построился? Почему он отстоит? Почему он продевает аренду земли, если он незаконно? Ну, вот в чем это просто я высказала мнение свое личное и мнение членов комиссии, но это ни в коем случае не обязывает вас именно так голосовать. Мы же понимаем тенденции, которые сейчас у нас в Совете. Вы голосуйте как хотите, я же не говорю, что вы так голосовали, но это неправильно. Вы выйдете тогда и объясните людям, почему вы так проголосовали. И нет никакого предвзятого отношения ни к Болгарскому дому, ни к кому абсолютно. Есть законодательные акты, которые нужно просто соблюдать, а не делать беспредел. Так что мы все получаем, или только вам говорим? Только вам говорим? Так как вы что-то договорили? На то, что вы говорили, на то, что вы говорите о том, что вы говорите, что Болгарский дом, предвзятые отношения, вы, это, наверное, на какой-то иронии это говорите, но у Болгарского дома нет предвзятого отношения. О том, что вы говорите, что Болгарский дом судился с примарией, там, еще что, ну, судился, наверное, за ваши прошлые грехи, когда он купил 9 квадратных метров, а построил 300. Вот поэтому судился, как бы на центральной остановке. Ваших коллег, будем так говорить, ваших коллег, которые были предыдущим муниципальным советом, которые продавали 9 квадратных метров, а он построил 300, вот уже он судился. Дальше. В чем вы правы, скажите? Если вы что-то продаете одному человеку, значит, вы должны продать всем экономическим агентам, которые уже находятся на центральной площади. И я не могу сказать, может, Елена что-то имеет больше информации о том, что они незаконно построились. Нет, это неправда. Никто из экономических агентов, которые сегодня находились на площади, они не строились. Они купили у ваших коллег по 27, по 30 тысяч евро за один коммерческий объект. И я сегодня защищаю этих людей. Если вы продаете и переводите землю под чьи-то, когда вы продадите землю, то же самое как экономическим агентам. Вот и все. В чем защита тогда? Вы здесь не хотите переводить частную собственность, переведите для всех тогда, если вы их защищаете реально, а не пиарите просто. Если вы не одна, пиаритесь это вы, и уже продавили, да. Сегодня ситуация сложилась в муниципальном совете, когда настали большинство.
можно сравнить, если ты не примал с Иосифом, не знаю, там, павильоном и так далее, там, ну, ты не сравнишь, представляешь. Это 100 миллионов лей инвестиций, ну, а Иосиф, наверное, там, 100 тысяч, не знаю, как они делают. Вот. Поэтому я так и говорю, сравнение, высказал его, к сожалению, не имею, но я высказал, имею право на то, чтобы высказать мнение. Спасибо. Господин Лучацкий, я не хочу сравнивать, как вы говорите, олигарха и простых людей, но простой человек взял кредит и купил за 30 тысяч евро у ваших коллег эти лотки. И вы это курс. Давайте сейчас мы будем сравнивать олигархов и простых людей. Если вы даете олигарху деньги, то так будете вы приглашать, потому что и бедному человеку деньги. Реплика изделия Николая Николаевича. Но я не в курсе о том, что там как продавалось, кому продавалось, какие деньги и так далее. И не хочу быть в курсе. Для этого есть органы, которые разбираются и привлекают тех, которые нарушили закон, не зная, что там правильно, что там там не висит. Спасибо. Не закон. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Кстати, еще о тех людях, которые купили за 30 тысяч евро павильон, тем самым подставляя их под статью, потому что я уверен, что в договорах купли-продажи таких сумм нет. Понимаете? И это значит, что вы находите под статью, что они укрыли доходы, они не уплатили налоги и так далее. Вот они вот им выйдите об этом и расскажите. Пожалуйста. А вы, господин Мурадан, говорите сейчас о том, что вы не в курсе с господином Тучацким, и то, что я подставляю тех людей, что озвучивают 30 тысяч евро, я выведу тех людей и приведу к вам подробно. И тогда вы им ответите, за сколько они купили. Николай Николаевич, вот еще раз говорю, а на самом деле нам отвечать. Органы будут разбираться. Органы будут разбираться с тем, насколько незаконно они приобрели, не знаю, что другое и так далее. И в данном случае еще хочу сказать, вы же написали это решение. Вы рассматриваете ваше решение, правильно? Рассматриваете и голосуете. Да, поэтому пробовал. Не надо было предлагать это решение, надо было написать отказать его. Но вы же сказали, чтобы перевести. Уважаемый советник, перед началом заседания я красиво обратился с убедительной просьбой обсуждать проект решения, не уводить какие-то непонятные темы. Я понимаю, молодцы, дал все высказаться, но еще раз напоминаю, для того, чтобы мы конструктивно обработали всю повестку дня, давайте не уходить от тех вопросов, которые включены, которые мы обсуждаем конкретно. Дома тоже как, пожалуйста. Самосвязь, у него аспект не учитал позор, да, здесь ангажемент по проприятару деконструкции финализации фазы и повелевания этому фазу финализации. И пациент, если выполнка проекта отличить, что это форматор отличили, схема она, ну, под Дмитрием Трансаланом, прошлому СРФЗ. Олега, фильм был Василий Александрович Бах, вот купите шпиц. Сенсор Трансмиссин, Солсоса, Штатик, Рену, Ветер, Фатл, Воды, Равнич, Павелевание, Кукищи, Рау, Агент Экономич. По постным пиатам, Третий, Штиготоры, Штатик, Штопетати, Павелевание, Нишки, Релати, Прикари, Чиневаша, Асуманич, Старченко. Плодно позбирать эти декларации. Плодно позбирать и фаза дата, тихо, что позиция примару, коммунитата, коренной проекту ДИ, лечить позиция консильера, который не метал вкусы, все пропуни, для монатин, что не зал мотает. Прочесу ты с кем баре, а до минимум, ну, я тут не помечтал, тем проактивитате, чем был экономик. Лишь слой будет фаву 90-х тем отучи, поэтому мы можем конструкциям, ну, есть даты. Вот так, лично варе, не нужно. Еще вопросы? Если вопросов нет, напоминаю, что у нас сейчас три предложения. Первое предложение примара, проект решения, то, которое поддержала специализированная консультативная комиссия. Второе, есть заключение предложения другой консультативной комиссии по законности и праву. И третье предложение. Объясните, пожалуйста. 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 Объясните, пожалуйста.
все за, задержались. Вопрос не прошел. Следующий вопрос повестки дня. По переходе земельного участка по улице Карашивановска, за стороны ранее перечислять не буду все объекты, из публичной сферы муниципия в частную сферу муниципия. Участки, вот эти все участки, они тоже были через аукцион. Был построен ряд торговых объектов, была фирма другая. Потом, впоследствии, было разделение на каждый торговый павильон, и, естественно, здесь собственники выкупали эти. Это вот то, что для этого, если мы даем сначала, если у вас, после не этот создан, когда мы даем, а потом пытаемся забрать и так далее. А в чем пытается забрать? Земля остается дальше. Пожалуйста, еще вопросы. Заключение комиссии есть, да? Проект решения у вас есть? Кто за предложенный проект решения? Прошу голосовать. Кто за? Если за, против? Если против, отдержались? Поняла. В второй части этого решения говорится о том, чтобы уменьшить на 12 квадратных метров и забрать с управления муниципального предприятия объединения рынка. Это во исполнение решения апелляционной палаты. В каком это случае? На этом земельном участке уже расположен павильон, введен в эксплуатацию площадью 12 квадратных метров. Есть решение совета, решение апелляционной палаты, которое обязывает совет заключить собственникам этого торгового объекта договор аренды. Но для того, чтобы мы заключили договор аренды, нужно этот земельный участок, вот посредине этого рынка, мы тоже были не против, забрать из управления рынка, для того, чтобы примар мог подписать договор аренды и исполнить решение апелляционной. Да, это чушь, но абсурд. Еще вопросы?
Нет вопросов. Кто за предложенный проект решения? Прошу голосовать. Против? Воздержались? Один воздержался. Следующий вопрос повестки дня. По внесению изменений в решение Совета муниципалитета ПЛЦ номер 11344 26.07.2018 года передача очередного пользования земельных участков, прилегающих к деловым пунктам. Учитель комиссии ПЛЦ. Комиссия консультативная. Господин Григоришин вступил в должность в должность заместителя примара. Нет, не утверждали. Тогда утверждали для господина Усатова, он был примаром. Хорошо. В данном случае дело в том, что мы сейчас утверждаем задним числом. Господин Григоришин уже был в отпуске. Он был в отпуске. Убирается август, ставится сентябрь и декабрь. Он уже был в отпуске. Был пару дней. Господин Леган, я отношусь к свидетелю.
никуда не езжу. Я был в отпуске 6 дней, у меня сын поступил в высшее учебное заведение, и я его отвозил на территорию Российской Федерации, чтобы устроить его жильем и на учебу. Я за 6 дней уложился и вернулся без трамвейца. Да, конечно. Господин Кумаров, вы примарно на себе вопрос обычный служащий. Понимаете, поэтому вы должны были обратиться к Министерству совету, потому что вам разрешили в отпуск поехать 5 дней, 6 дней. Понимаете? Я не знал, когда это было, Мария, что вы должны обратиться? Нет такого. Как должен? А если бы кто-то тогда не был? Советник участка, пожалуйста. Если такого нету, зачем тогда мы утверждаем, что грамотно? Мы вносим изменения в распоряжение примара. Уформляйте себя пробы графику. Трудовым кодексом.
сам, в основном, трудовым кодексом Республики Молдова, в котором предусмотрено, что любой офицер имеет право на отпуск. Примар имеет отпуск на 28 дней и в соответствии с коллективным трудовым соглашением еще плюс сколько? 35 у него есть. А 35 и плюс 15, 10. Плюс 10 в соответствии 10. С коллективным трудовым соглашением 45 дней. Другой вопрос заключается в том, что в соответствии с трудовым кодексом одна часть предоставляемого отпуска не должна быть менее 15 дней. 14 дней. Поэтому все, что господин Примар уходил в отпуск и не было решения совета, я считаю, что не является таким нарушением законодательства, так как все-таки трудовой кодекс предусматривает, что лицо имеет право даже до отработки 6 месяцев, право на отпуск. Другой вопрос заключается в том, что при уходе на отпуск, чтобы было обеспечено право преемства и работоспособность учреждения в случае ухода в отпуск. Как бы действующее законодательство, оно также предусматривает, что в основном, да, для чего составляется график отпусков, для нормальной работоспособности учреждения организации, чтобы работники в основном брали тот отпуск, предусмотренный, который идет в графике. Но есть, конечно, бесспорно обстоятельства, которые возникают, что иногда необходимо взять отпуск в тот или иной период времени. Даже если человек не предусмотрено взять очередной отпуск, он в соответствии с действующим законодательством имеет право взять отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам больше 60 дней. Спасибо, пожалуйста, еще вопрос. Советник Александр. Илья Ильич, вам. Скажите, кто готовил данное проект решения? Ну хорошо, что неужели вы не видите, что здесь есть задним числом? Зачем давать такие бумаги, чтобы там смотреть? Здесь написано, что излагается в новой редакции. Но у госпожи Сава было майю. Зачем? Вы смотрите, когда даете для вообще документы. Зачем мы сейчас сидим полчаса говорим о том, о чем мы должны говорить? Это ваша сайт, да. Господин Прикутан подписан документ юридическим управлением и кадровой службой. Есть заключение. Теперь вы принимаете решение. Дальше после сессии вносятся изменения. Дальше будет подписываться контрсигновать. Если нормально, то сразу подготовили, то никто ни о чем бы не говорил. Советник Одинар. Я хотела сказать, что Мария за это время работала. Люди не стояли под не ждали, это во-первых. Во-вторых, никто не видит, когда наш Примар сидит до 10, до 11 часов вечера принимает людей. И то, что он отсутствовал по личным причинам, мы можем уже из этого вопроса вставать в 3 часа. Спасибо, советник. Я прошу прощения, я вас взяла в заблуждение. Дело в том, что этот вопрос рассматривался и был подготовлен 09.07.2018 года. Есть заключение его по ошибке забыли включить повестку дня прошлого заседания. Да. Поэтому его перенесли на это заседание. Поэтому и там чистится. Советник Ярдан. Я докладчику, скажите, пожалуйста, учитывая, что август уже прошел, спектакль тоже заканчивается, какое вы предлагаете сейчас Примару график? Ну, сейчас Примар должен как бы сказать, какой месяц, когда берет. Вы докладчик по проекту решения. Вы сказали, что... Проект был подготовлен в июле. Проект был подготовлен в начале июля, поэтому было указано август и сентябрь. Уже август и сентябрь прошли. Ну, прошли уже, сейчас вносим изменения. Какой месяц? Декабрь. Декабрь. Советник, уважаемые коллеги, абсолютно
как это доказать, и последним причинам, и другим, и так далее, и так далее. Это как бы интересно составляющее, просто подписывать судьбу на вечно. Вот это есть, наверное, характеризуется работа подготовки документов. Подготовили вопрос на 7-м, и посмотрите, да? 7-м. Второе. Это вам, уважаемые господа, которые подготовили документы. Когда готовите документы, изучайте предыдущее решение муниципального совета и любые его задавали вопросы. То, что я ответил. Исключите карту нарушения, майте ее, здесь написано «излагается в новой редакции», поэтому май-июнь остался этот период, потому что госпожа Сава уже побывала в отпуске в май-июне. Зачем мы включаем туда новую редакцию, изменение, дополнение плана? Если есть уже у нас решение муниципального совета, зачем его дублировать? Будьте внимательны, спасибо. Перерыв 10 минут.